Пункт приема для отходов появился на поселке Котовского около торгового центра «Ривьера». Вторсырье принимают в любом виде и после сортировки отправляют на переработку. Принести в пункт приема можно металлические упаковки, бутылки, макулатуру и любые пластиковые изделия. После расфасовки сырье, не подлежащее обработке, сжигают, а из остального повторно изготавливается пластиковая посуда и бутылки. На станцию можно принести неликвидное на сегодняшний день сырье. Это широкую линейку пластиков остальных, которые нельзя переработать. Мы проведем эксперимент, мы попробуем кое-что из этого переработать, дать ему вторую жизнь, потому что в любом случае переработать лучше, чем сжечь, а сжечь лучше, чем отправить на полигон. На станции пластику пробуют подарить вторую жизнь. Вторпродукты после обработки попадают обратно на рынок, а все вырученные средства идут на обустройство станции. Принимают только тот мусор, который отсортирован по категориям. Новичкам в этом деле на помощь готов прийти консультант, который подскажет, как правильно подготовить все отходы. Станция работает в тестовом режиме, а принести отсортированный мусор можно с 10 утра до 7 вечера.